В эфире прогноз погоды. Я Антонина Проценко. Здравствуйте. Первое сентября – первый день осени. Во времена наших бабушек и дедушек в этот день по народным приметам предсказывали погоду на ближайшие 3 месяца. Об этом чуть позже, а пока о погоде в Туле области на ближайшие сутки. В Алексине градусник термометра покажет плюс 9, плюс 20. В Ефремове плюс 12, плюс 20. В Белеве плюс 9, плюс 22. В Новомосковске плюс 11, плюс 22. По прогнозам, 1 сентября температура в Туле будет колебаться от 10 до 22 градусов по Цельсию. Преимущественно ясно. Влажность воздуха составит 60-70%. Ветер северо-восточный до 4 метров в секунду. Возможно, малая геомагнитная буря. Следите за здоровьем. В России 1 сентября отмечается День знаний. Открывается новый учебный год в школах, колледжах, институтах и университетах. Особенно это торжественно для первоклассников и студентов-первокурсников. На сегодня у меня вся информация. Будьте счастливы и здоровы! С вами была Антонина Проценко. Увидимся с вами завтра в это же время.